такое? Как он так его установил, что горизонт так жестко завален? Штатив, конечно, не самый удачный. Да, да, штатив вообще для видео плохой. А у меня старый штатив хороший, там винтик потерялся. Кстати, не подумал, где. Он, вот этот вот винт. Ну какой у тебя винт? Вот этот вот, да. Так и что там обычно? А тот такой штатив, то есть он тоже легкий, все, но без рычага, правда. Когда ты один здесь делаешь, у тебя получается, что ты приходишь домой, да. Тебе надо разбирать еще все это, выносить. Да. Вместо того, чтобы нормально обработать фотки и выложить завтра. Ну, разбираться с фамилиями, да, это приходится, да, согласен. Так вот сколько раз было, я прихожу, у меня время есть вот сейчас, да. После пихи спокойно внести все и все. Так и виджеты не выложить нормально, потому что кому он нахер нужен, если в нем ничего нет. Да. А если в нем хотя бы есть состав авторов голов, все. Согласен. Ну, нет, инспектор это как результат выкладывали. Фотографии искать, еще что-то. Вот, виджет выложил. Вот тебе ну, я да, чё. Да. Не, ну еще кто-то там писанок нужно пару строчек. Ну, это всегда можно. Это гол был или нет? Правильно нажал паузу. Паузу нажал. Мне показалось, не ударит. Ты что, на так не себя? Ну, это все, это как раз такие. Вот опять же, по количеству фото. Нет, ну не прям очень много. Так много, вот я считаю, что вообще бахуя. То есть у тебя есть, допустим, пиздатые фото? Да, но, нет, конечно, если их будет штук по 20, по 20 с мальчиком пиздатых? Да, да, но хороших, я согласен, лучше делать так. Лучше потратить там, не знаю, не выложить их сразу, как бы. А через тот же Lightroom прогнал что-нибудь там? Нет, я прогнал в любом случае, да. Но... Свет поднял, но здесь-то свет, я имею в виду, смотри, только свет нормальный, то есть на поле большом. Ну да. Просто есть фотки, которые просто... Согласен, конечно. А есть фотки, которые а есть не будут фотки, да, которые там один человек где-то бегает и там зайдет. Согласен, да. Это просто, допустим, вот Павлович как снимает? Как у нас технология? Ну, он, блин, он вообще не спускает на снимок. Нет, я это не в том. Что он нам отдает 2000 снимок, да. Но понятно, что у нас есть специальный человек там. Да, он их обрабатывает. Вот. Он их не обрабатывает, он их подвигает. Ну, и это, ну, это есть обрабатывает. Вот, то есть как бы без всяких эффектов, без всего, просто, допустим, Павлович, он не любит, ну, что-то поймать игрока. Да? Ну, понятно. У него вот такое же разрешение, ну, побольше, чем у тебя, наверное, даже. Конечно, да. Но, то есть у него вот такой маленький там игрок, миллион игроков других, а Женя просто берет этого одного игрока. Ну, не все, наверное, но не суть, ты смысл ну, понять. Ну, грубо говоря, он делает центральную фигуру. Не, ну с 2000 фотографий 15 можно набрать, даже если ты просто будешь... Нет, не, он набирает 70, 50, так, да. Но просто как бы отдельный человек. Да. Палыч снимает, его ну, вообще в фиолетовый. Ну, это Зенит, как бы, мы здесь... Ну, я согласен, да, что 50 фотографий... А тебе, допустим, второй раз вот это все выкладывается? Да, да, не да, да, согласен. Вот у меня есть 4 съемки, у меня Зенит, это... Ну, вот из них фотографии похера, а так бы, в принципе, как бы... Взять 50 штук, красных. Да. С одного матча 10-15, другого 10-15. Да, да, нет, это вообще не обсуждается, я согласен. Но если нужно что-то 10-15, 20, 100, 20. Надолго ушел.
может греться. Ну, хотя здесь тепло, 14 градусов. Сними этот матч, то можешь меня в кафе подождать, если не последний. Давай.
Да,
Спасибо. Спасибо. Что сыграешь дальше? Добро! Да! Они попали.
меня можно? Один. Больше! Да-да-да!
Аккумулятор держит еще. Больше поля показало. А, там больше поля если показать, тогда ничего не видно. Саша и Женя. Эй!
Не, ну слушай, ну вот пример Арктики. Ну да. Да вот они там обыграли, что очень маленькие. О! Как так получилось? Ну, дело сложное, но... Арктики в нормальном составе? Да. Блин, слушай, ну когда тебя забивает Леха Трофимов, ловись, понимаешь? Как кто бы ты там каким составом, то он вообще как бы прям просто... То есть и Леха стоял на воротах? Стоял? У Марка. Да, вратарь был другой, но вот забили такой гол, который там без разницы. Не, ну другое дело, что они сами не забили. Да, у них и не было особо момента. Ну, тяжелое поле, на самом деле. Ну, поле тяжелое для всех. Даже наоборот, когда ты хорошо, ну, играешь получше. Вот то, что нос-то всем срало. Да, вот это и бедность. Не, ну она до этого же срала тоже. Да нет, это я бедность, он же до этого ходил. Я нихуя не занимаюсь. Погоди, а с кем вчера-то они играли? Формула очень прибавила. Ну, хорошо. То есть у них прогресс не остановился. Причем, блин, почему они... зеленые? Да, они еще, причем первый матч играли с Арктикой. Я прихожу, я помню, да. Да, я не взял манишки, потому что они белые, красные против зеленых. А эти вполне потеряли такие большие. Не, ну молодцы, слушай. Не, там же не занимался. Да, все, которые что-то собрали. Сегодня матч, то пусть заливает. А? Тогда пусть какая линия, кстати? Ближняя. Сегодня тогда пусть матч заливает. Тогда ему с места как протокол. Да, да и я завтра его запомню. Давай сейчас
Если когда делать, если хоть сегодня делать, он согласится, что он будет делать, он как-то 40-х не сделает. Не, он, я думаю, что он даже если я сейчас залью автор голов, не сделает. Все, если ты делаешь, пусть заливает, пока эти матчи тебе. Нет, понятно, просто он всё равно физически ты не успеешь. Да, нет, быстро согласить и залить в интернет. Быстрее, чем. То есть пока... ФС ты не отщелкивал? Игроков? Да. Всех игроков? Ну вот так. Из тех хотя бы 5 тысяч. Я думаю, что всех хватит. Потому что на Плесноково у нас полминуты. Вырезать и да понятно, вырезать, что игровые байлы повесили прекрасно. Да, это все, да. Ух! Слушай, не знаю, он мне вот писал когда. Тебе агент писал? Нет, байл. Я ему сделал ролик. Не, ну если как бы они не подпишутся на страховку на эту несколько дней, то он не поедет. Что там со страховкой? Ну, я вам сказал, что имеет смысл ехать, как бы, все, на 15 тысяч рублей зарплаты, хотя бы страховку не купишь. Ногу, ногу сломают, ты будешь отдыхать, да? Ну да, да. А что там, зарплата 15 тысяч, что ли? Ну ему предложили минималку. А ты всего готовы были взять? Ну, он мне так написал, что вот он предлагает 15 тысяч. Переслал мне Максима сообщение. Тема там замок. И факел. Это ФНЛ? По-моему, это ФНЛ. Да. Не, ну понятно, мы посмотрели же, Дима Михайлов посмотрел. Ну он, конечно. Не, он приличный, но. Хорош для пифа. Слушай, для пифа, для города. Таким, конечно, у нас мы тогда в Воронежский факел можем отправить команды 3-4 таких игроков. Да, в том-то и дело. На самом деле, если уж на то пошло. Это даже не набирая тех, кто играл уже где-то. Нет, у него чутье хорошее. Да, хороший. Но физика... Слушай, таких игроков... Нет, ну он забивает больше, чем такие другие. Ладно, хорошо, но сколько он там забивает? Забил столько же, сколько я. Понятно, что мы не возьмем факел, поскольку у нас разница в возрасте лет 13. Наверное. Ну да. Но... Он плюс-минус примерно такой же игрок. Да, он не это самое. Я имею в виду, что есть намного больше игроков лучше, чем я, чем он. Из них можно тогда кошелька там брать, условно Аушева. А из ФРД вообще можно. Играл. Ну ладно, Аушев пробовался. Не пробовался. Так, нет, больше не потянет. Нет. Если вот как бы по мне так. Тоже мог быть, тогда Копейкина уже можно брать. Копейкин в Динамо играл. Его выгнали от. Ну не выгнали, типа. Ну, допустим, не подошел он. Ну, да. Ну хорошо, там всякие Корнаухова, Вихрова. Корнаухов, Вихров, они все играли. Ну ладно. Профессионалы. Ладно, так и так же. Ну то есть мы пачками можем отправить. Ну а что, Байер ничего не развлечься. Не, ну Байер, я думаю, не то, что хочет факелы поиграть, я думаю, он хочет. А что, сколько ему лет? 20 с копейками? Не, он вполне может играть, я не спорю. Я про то, что просто странно тогда, что... Ну, раз они зовут, так и... Ну, слушай,
позвать, посмотреть, что там. Ну да, не, ну если они ему 15 тысяч предлагают. С другой стороны, 15 тысяч можно купить сколько угодно народу. Ну я же тебе писал, что выиграть 15 тысяч мне много не поет. Не, я имею в виду, за 15 тысяч факел, со стороны факела платить могут сколько угодно. Да. Тем более, что наверняка там такая тема, что по бумажке 15, а на другой бумажке 150. Возможно. Ну, грубо говоря, отмывание денег очередное. Ух. По мне, так он просто физически стабовался. Миша заебется. А главное, не перепутать список для него. Все, записывайте, заносите за результат. Не, Мбайо хороший на уровне нас. Да. Он причем не только, ну, да, на любой команде, в принципе. Нет, ну в любой, как бы, просто, допустим, в том же этом самом. Как, ну, в сезонах, конечно. В сезонах на него играли, он прошел. У нас ему приходилось, как бы, слишком, не то, что слишком, не, но он забивал, как и в сезонах у нас, только, только и забил. Но только что в сезонах он просто забивал тупо, а у нас еще ему приходилось пахать, как лошади. Зачем так? Как вообще? Юрчу все пахнут. Юрчу все пахнут. Все идет, поэтому Юрчика не обижал, что он может быть. Не только по два, два, по одному, да, ничего не забывал, так он может. Не, по три момента засирал. Вопросов нет. Да? Я же его брал как бы себе, то есть он даже денег не сдает. Я его брал. А он, кстати, в сезон сдавал деньги на себя? Я сомневаюсь. Откуда у него денег? Я не знаю, откуда у него, какие у него возможности. Не, мне его деньги-то мне не нужны, но в том плане, что я тут... Сейчас забил. Кто больше забьет. И давай тогда так сделаем, чтобы было интереснее играть и не страдала команда.